Здравствуйте, меня зовут Ярослав Малёнов. Здравствуйте. Мы сегодня начнем с вами путешествие по Москву. Отправляемся. Клемль – это старинные постройки. Постройка крепость. Неужели позал? Клемль сделал без окон во время позала. Белокаменный, а потом деревянный. Поскопался, на которой часы. Они называются куланты. Самые легендные часы. Неликольные плодесовы. Мы с вами поговорим теперь. Царь Пуска – одно из самых тяжелых. Да царь Пуска – это ледовое. Из него ни лазу не стрельну где. Не лаз. Это все всегда царь Пуску. Мы с вами поговорим о царь Пуску. Все у вас бьет царь колокол. Похоже на большой такой звонок. Царь колокол. Это красота. Потому что он так называется царь колокол. Но этот царь колокол, он очень, любимый. Мы с вами уже поэт уже начинаем с вами. Это МГУ университет. Будут там учиться, когда вырасту. Я был в планетарии. Это такой штука универсальный. Это, там показывали из купола. Из такой луны там кратеры светились. Я думал, там на эти звезды, я оказываюсь кратеры. Один кратер показал солнце, она захотела прямо туда за серединки наконец-то заснуть. И уснула. При звезды. И там я видел, видел звезду полярную. Она показывала какая-то спуя нам звезды. А сейчас я расскажу про Москву. Москва, любит тебя как сын, как Руська. Сильно, пламенно и нежно. Милаза в лес твоих сидит, и этот Клемль зубчатый, безмятежный. Ну все, до встречи. Если кто-нибудь узнает, пока-пока.